Олег популярный Данилович, в сфере. Любого человека можно завербовать. Ну, например, я вам профессионалу. Скажу, я вам скажу, например, один человек, которого, поскольку речь идет о том, как людей вербуют. Кстати, коммунистов мы не вербовали. Это было запрещено делать раз. Ух ты. По первой причине, что коммунисты – это их долг через партийные органы доносить все, что необходимо. Поэтому КГБ должно быть вне этих людей. Так, так вот, я вспомнил в этой связи одного человека, который не принадлежал никаким партиям. Он был доктор наук в области социально-политической экономики, в общем, такой очень из богатой семьи. Еврейской семьи такой, то есть он такой был. Но он не был таким активистом, он был одиночка. Человек, который внешне, а это один из факторов, который используется разведкой, он был очень грамотный, очень богатый, но он был одиноким. И вот когда я совершенно с ним познакомился и понял, что он может быть источником очень полезной информации, особенно аналитического толка, у него была прекрасная голова, знания, умение обобщать, анализировать. Я ему говорю, слушай, я говорю, ты такой симпатяга, ты такой умный, слушай, это такой, я специально здесь. Ему все эти, потому что он был одинокий человек. И вот вдруг этот человек заулыбался, меня и открылся. И сказал, слушай, я впервые встречаю такого человека, давай работать вместе. Мы с тобой вместе найдем общий язык. Горы свернем. И совершенно верно. И вот он так начал работать, чем мог, аналитическим своим умом.